треки. Извиняюсь, что не говорю по-латышски. Все, очень много понимаю. И извиняюсь, потому что первый раз буду делать презентацию по-русски, так может чуть-чуть слов не хватит. Но текст будет английский, так что я думаю, как мы будем разберемся. Меня зовут Симон Степанович, я представляю эту лодку, в принципе, я Андерсел. Я являюсь, наверное, последних 4 или почти 5 лет уже ее капитаном. Был при ней с самого начала, когда она еще называлась Аса-Аблой. Мы ее купили, приготовили на кругосветное чистое путешествие. Я был, как называлось, сейлинг директором этой нашей кругосветности с Миллениум Одиссея или тысячелетия Одиссея, так мы называли это мероприятие. Я не знаю, сколько вы знаете об этом мероприятии, но, скажем, с парусной стороны мы делали организацию такую, что прошли вокруг света в тот же маршрут, как более-менее, как проходил раньше Volvo Ocean Race, в таком же, значит, из Балтики. Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия, вокруг Мельбурна, Аргентина, Бразилия, Соединенные Штаты и опять обратно в Европу. В принципе, делали это более-менее в то же самое время, как проходит World Ocean Race, как проходил этого года, 2008-2009, около 40 тысяч миль, и мы использовали 10 экипажей или 11 экипажей. В принципе, на каждом участке проходил новый экипаж. Таким образом мы привлекли больше 100 парусников из Литвы, которые участвовали в одном или чуть-чуть побольше. Таким образом мы, в принципе, заработали себе довольно большую группу людей, которые уже потрогали или попробовали эту большую лодку. Она немного разница от 35-40-футовых лодок. Я думаю, Гат может больше сказать, он с нами проходил вот этот Middle Series в прошлом году. Его реакция была, ну да, большой автобус. Так этот автобус, он чуть-чуть специфический. И специфические чуть-чуть это все чувства и опыт немножко другой. Ну, плюс к тому же большие открытые пространства проходить через океаны, я думаю, что это все равно мечта каждого, который занимается парусом. Он это хочет сделать, он это любит, и мы были довольно счастливы в том, что смогли очень много людей к этому привлечь. После того, когда мы закончили Одиссею, мы думали, что делать с этой лодкой и что будет дальше. И в принципе решили, что попробуем гоночную программу. В принципе, лодка она была еще и по сей день она в хорошем состоянии. Так что мы пошли на гоночную программу, которую крутили в 2010-2012 год. За время Это отчет 2011 года. Скажем, лодка прошла 20 тысяч миль. Это два раза через Атлантику. И плюс к тому довольно много, как видите. В гоночном режиме мы прошли около 6 тысяч миль. В перегонах около 14 тысяч.
чем мы очень рады и гордимся, это то, что, скажем, гоночные экипажи составили где-то около 30 уникальных персон. Плюс к тому, мы почти все перегоны мы чертировали лодку, и там было очень много новых, приходило очень много новых людей, мы насчитали около 80 уникальных новых людей в парусе, что они побыли на такого типа лодки. И хорошая половина из них, они зацепили за это дело, и они хотят это делать дальше. И, скажем, в этом году сейчас Андерсон идет к концу перегона из Карибов в Новую Зеландию. И я могу сказать так, что весь этот перегон, в принципе, он полный. Он полный новых людей. Люди приходят туда, покупают это как круиз, как какое-то экстремальное что-то, и они участвуют там и получают большую кучу адреналина, и они очень этим всем рады. Конечно, нам это помогает, довольно сильно помогает лодку удержать в состоянии, в котором она есть. Она вот такой величины и такого типа лодка, она деньги кушает очень быстро, и с большими кусками мы, конечно, должны делать очень много всяких упражнений, чтобы выдержать ее на должном уровне. Наверное, самый такой как бы видный результат, это в 2011 году мы решили участвовать в этом Atlantic Ocean Racing Series, который составляет, ну, под который эти четыре таких как бы эпош яхт-клубов, два из американских New York Yacht Club и Storm Trisail, и два английских Royal Ocean Racing Club и Royal Yacht Squadron. Они объединили те гонки, которые они сами организуют, объединили под одним зонтом и сделали единый учет этого. Мы прошли Карибский 600, прошли Трансатлантик, прошли Фастнет и Middle Series, собирались еще и Бискай, но Бискай канцелярия не проводили эту гонку, там не собрались участники, просто поэтому так мало. Ну и хорошо померились, в принципе, что мы остались где-то в десятке, под дном, но в десятке между лодками очень интересными, быстрыми, хорошими, которые построены на гандикапные гонки. В принципе, из всего этого, и плюс из того, что проходили перед тем, в 2010 году мы проходили тоже вокруг Англии и Ирландии 2000 миль там нон-стопа, там были вообще вторыми в общем по гандикапу. Но там были, конечно, условия, которые мы очень любим, там довольно сильный ветер, на воле 60 рублей сильный ветер, когда все уже начинают ломаться, она только довольно хорошо. В принципе, и какие выводы из этого, что мы там увидели, что я лично увидел и во что поверил, что в принципе мы не способны гоняться со всеми и везде. И это не святые это дело делают. Поэтому, в принципе, и появилась вера, что мы, наверное, можем подумать и про высочайшую лигу. Один из поводов искать этой возможности был таков, что, в принципе, если мы думаем про наши страны, у нас довольно много хороших спортсменов, которые достигают олимпийский уровень, которые гоняются на мировых чемпионатах,
на деньги, на счетботах. Но когда они закончат эту карьеру на счетботе, в принципе, им некуда идти дальше. Он, когда выходит из этой спортивной карьеры на счетботе, он идет, в принципе, на низший чуть-чуть уровень, на любительские гонки, которые, в принципе, даже и самые крутые, эти все мировые регаты, они все-таки еще являются любительскими гонками. И мы подумали так, думали, в принципе, так, что каждая отдельная из наших стран, наверное, не способна сделать такую одну большую компанию, как Volvo Ocean Race, просто из-за того, что у нас слишком маленькая денежная масса в каждой из стран, слишком мало людей, в принципе, и мы как отдельно, мы не интересны, в принципе, как отдельные страны, мы не интересны спонсорам или большим мировым компаниям. Если мы сможем это представить как один кусок рынка, как мы уже становимся на такой приличный уровень рынка, который уже начинает быть интересный для большой коммерции извне. Тоже, конечно, думали об этом как бы некоммерческой отдаче или импульсах, которые такое дело может создавать. И, в принципе, выходим на такие основные, наверное, четыре вещи, которые хотим достичь. Это мы хотели бы увеличить видимость парусного спорта в нации, просто между людей, между публикой, и, конечно, и пресса, и телевидение, и подобные дела. Мы хотим, чтобы эта такая компания создала импульс для улучшения инфраструктуры вокруг парусного спорта. Конечно, это каждой стране это тоже то же самое нужно, потому что приходящий турист, приходящие лодки, они это живые деньги в экономику. Также представляем себе, что такое участие бы создало импульс для ремеслов и бизнеса, который есть вокруг паруса. Ну и одно из главных, или самое главное, это то, что мы, в принципе, расширяем горизонт молодым людям, тем, которые сейчас есть на пике или близко пика своей карьеры, которые способные, которые острые, которые хотят достигать больше. Мы, в принципе, как бы удаляем потолок, открываем потолок, что sky is the limit, но небо потолок, потому что сейчас, наверное, можно там в Финляндии на пальцах одной руки можно сосчитать людей, которые участвовали в Витбреде или Volvo Ocean Race, в Эстонии один, в Латвии, насколько мне известно, ни одного, везде два. Оп. Шестым местом, да. На позиции были. Два пара? Да. Стрелёхин и Лебович. Окей. Везде пока ни одного. И все впереди, да. Ну и, в принципе, как бы на... Решились на то, что мы делаем эту компанию. Я потом расскажу чуть-чуть побольше, почему, как это стало возможно. Но, в принципе, хотим делать такую компанию, где мы попробуем соединить вот все эти
цели, которые хотим достичь, и в принципе хотим привлечь молодых людей. В первую очередь молодых людей из региона здесь, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, и соединить их с мировым опытом. В принципе, визия такова, что сейчас вот следующий наступающий Volvo Ocean Race, он очень этому удобный, потому что очень удобно туда войти сейчас, потому что, как вы, наверное, знаете, они переключились на One Design, на монотип, и лодки, и паруса монотипные, значит, снижается барьер, который надо бы было перепрыгнуть в подготовке, потому что если кто-нибудь из нас сейчас, кому-нибудь из нас поставили бы сейчас задачу написать, например, дизайн бриф Volvo Open 70, так это застрелиться, наверное, было бы можно. В принципе, конечно, что он бы не был конкуренцийным. И если хотеть туда заходить, ты либо покупаешь уже старую лодку, которая там уже была, но так как это технология и мысль развивается, в принципе, с каждым поколением эти лодки становятся на 1-2% быстрее. Значит, ты сразу принимаешь себе со старой лодки такой гандикап, который ты уже, в принципе, становишься между проигравшими сразу. Сейчас же, когда лодки они одинаковые, очень много этой головной боли уходит, в принципе, потому что лодки все одинаковые, ты получаешь то, что у тебя есть. Конечно, с другой, с коммерческой стороны, это тоже всем спонсорам намного лучше, потому что им отпадает риск ошибки в дизайне, ошибки в постройке лодки или подобным делам. Другой фактор, который есть хороший, то, что с One Design, с этим монотипом и со стремлением с Volvo Ocean Race, с организаторов уменьшить затраты команд, они централизуют очень много услуг на берегу. Значит, то, что в прошлом Volvo Ocean Race, скажем, если у вас там береговая команда должна была быть где-то около 15, между 15 и 20 людьми. Сейчас организаторы централизуют такие, скажем, услуги, как там boat builders, ремонт самой лодки, риггера, сейлмейкеры, электроника. Очень много этих услуг приходит на центральную, берется на себя центральная организация. Тогда поэтому в каждой команде может уменьшиться в принципе и уменьшится сам шорт-тим и уменьшится спрос на острых специалистов. В принципе, потому что специалиста каждой части у нас будет в этой центральной организации. И в принципе сама команда она может делать все ремонты и все сервисы в границах своей компетенции. Если только что-то не ясно, ты можешь брать уже человека извне или услугу извне, когда лодки стандартизуются, они делают тоже и общий пул запасных частей, там, скажем, если в прошлой гонке каждой команды была, скажем, запасная мачта, потому что они все были уникальные. Сейчас, когда мачты у всех одинаковые, организаторы просто закупают, там, скажем, на 10 лодок закупают 6 там, или 5, или сколько они там рассчитают запасных мачт, и они лежат и всегда на готове. Значит, очень много такой головной боли, логистической, организационной
и затрат уходит. Поэтому у нас появляется возможность делать эту визию, что так как парусная команда, так и береговая команда – это одна команда. Потому что этот проект, он все равно очень-очень новый, и очень новый опыт. Каждый аспект этого проекта, он будет новый опыт. Поэтому, что бы ты ни делал, либо ты был на лодке, либо ты есть на берегу, в принципе, ты все равно получаешь совсем новый профессиональный опыт профессионального парусного спорта. Да, мы видим тоже и ротации между парусной и береговой командой. Мы видим так, что прежде всего собираем, как я говорил, потенциальных людей из региона и к ним добавляем несколько мирового опыта, пару людей из самой верхней полки в мире, которые будут хотеть и будут способны делиться своим опытом. Если вы видели в предыдущем слайде, я не сказал этого еще, да, мы идем на две компании. 14-15 и 17-18 год. В принципе, мы видим так, что во время первой кампании мы более-менее растим этот слой хороший, растим опыт. Второй кампании бриф это будет уже результат прежде всего. Во время первой кампании мы видим, что да, мы хотим приличный результат, но самая главная цель – это нарастить как можно больше опыта и создать как можно больше видимости здесь, у нас, в наших странах, чтобы этот парусный спорт просто стал уже наряду с этими самыми популярными спортами, которые у нас есть. Людей в новой лодке это 8 экипаж парусный, 8 человек плюс медиа crew member. Мы видим так, что 8 на лодке и 5-6 на берегу. Так что видим, в принципе, около между 15 и 20 людьми, которые будут участвовать активно уже в этой парусной команде. Парусная команда, как я повторюсь, это на лодке и на берегу. География, как видите, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия. И я написал здесь плюс Новая Зеландия, но просто из-за нескольких причин. Одна из них, что Новая Зеландия, она сравнительной величины страна, в которой, наверное, я думаю, что мало кто будет спорить, что парусная культура, и она в самой высокой пробе. И мы хотим, в принципе, я смею говорить, что, в принципе, если мы смотрим на наши страны, такой вот, скажем, сильной офшорной культуры у нас, в принципе, как бы и нету. Есть там чуть-чуть одного, чуть-чуть другого, какие-то признаки, какие-то капля того, капля другого, но, в принципе, такой интегрированной и нормально функционирующей офшорной культуры ее нету. И, в принципе, если мы это признаем, так на это пустое место я бы очень хотел к этому, как сказать, приложиться к тому, чтобы внедрить кусочек, скажем, такой вот культуры киви, которая потом создало бы у нас самих как бы и основу дальнейшему развитию. Коммерция World Ocean Race, она играет, если не первой, так точно, так второй скрипкой точно. World Ocean Race, он высоко коммерциальный.
мероприятия, как, кстати, и весь профессиональный спорт. Здесь только несколько, скажем, намеков на то, где и почему, чуть-чуть дальше мы посмотрим. Но это как раз коммерция и делает это дело возможным. Экономика это прошлые гонки. Если видим, что 80% болельщиков World Ocean Race приходится на высокий социальный слой и decision makers, это как раз та среда, куда все хотят рекламировать. Это как раз там, где страны, компании и продукты хотят появиться прежде всего. Если мы говорим про каждая команда, это в среднем создает media value, как цена или цена медии создается около 50 миллионов евро, когда бюджет сегодня у World Ocean Race стоит цель сделать спортивный бюджет чемпиона не выше 15 миллионов евро. Так значит, если мы говорим про 15 и 50 генерирует, это возврат инвестиций, он довольно впечатлительный. Но вокруг этого, конечно, все это дело и строится. Почему мы это начали? Это у нас в Литве появился, ну или мы заработали, или я как бы, наверное, продал идею понемножку. Появляется такой продукт, такая компания, как они создают систему зеленого электрического транспорта в городе. В 2014 году в Клайпеде должен построиться завод, где будут собираться электрические автобусы, которые будут, в принципе, довольно уникальные, довольно, скажем, хорошо развитая платформа, что они эта система будет позволять, в принципе, заряжать батарею автобуса зеленым электричеством. Будет это солнечная энергия, будет это ветровая мельница, будет это гидро или что угодно. И, в принципе, они хотят и они собираются эту систему понемножечку внедрять, продавать городам. Как раз это и ихняя стратегия, скажем, маркетинга, это тоже 2014-2015 год, у них это цель Европа и близко дома. 2017-2018 год, это цель уже оставшаяся часть мира. И, в принципе, с нашими с планами, с парусными планами, скажем, и с планами этой компании, они очень-очень хорошо клеятся. Когда мы начали с Орвидосом этот брейнсторм, я просто был поражен. Знаете, как дети, когда пузло кладешь или лего, и все идет. И время, и деньги, и цели, и все очень хорошо складывается в одну кучу. И, в принципе, по сей день мы начали, наверное, самые первые уже такие шаги, или самые первые брейнсторминги, уже, наверное, полтора года прошло. Но по сей день мы движемся очень-очень хорошо и красиво. Компанию, конечно, мы хотим сделать такую, что которая будет просто выражаться или разниться от того, что
что сегодня все видят. Мы сотрудничаем с одной шведской агентурой, которые, в принципе, принесли вот этот коммерческий концепт World Ocean Race. Они были инициаторы Эриксона. Эриксона, то есть коммерческой платформы, или создавали эту коммерческую платформу Эриксону, когда в 2005 году или четвертом году этот chief executive officer Эриксона сказал им так, что говорит: ребята, мы приняли решение, что мы идем в World Ocean Race, потому что он сам Карл Генрик, он сам парусник и хотел это делать, и он был тоже руководителем Асса Аблой в то время, когда они участвовали. Он знал, что он может компании достичь, но он в то время был чином Эриксона и дал задачу этой агентуре, говорил: ребята, окей, мы уже приняли решение, сейчас вы должны сделать, чтобы у этого всего дела были руки и ноги, и чтобы мы очень хорошо узнали, почему мы это делаем. И, в принципе, от этого начались вот Эриксона все дела. Сейчас мы работаем с ними и, в принципе, хотим сделать такую дифференцирующую компанию, потому что, конечно, уже само появление команды из оттуда, откуда никогда не было, уже будет довольно большой бомбой везде. Плюс к тому мы хотим сделать так, что у нас такой внутренний бриф есть такой, что мы, в принципе, внедряем самые хорошие практики, которые экзистируют. Значит, мы не хотим, в принципе, изобретать велосипед. Мы хотим, что одну вещь, которую мы, в принципе, изобретаем, это мы изобретаем климат, который создаем. Мы идем туда, чтобы собираем молодых людей, у которых есть будущее, и которые будут создавать, в принципе, долгосрочный тренд уже на года вперед и вперед, что если тогда, когда мы будем считать, что наши вот эти дела хорошо проведены, это тогда, когда у нас здесь, в регионе, в общем, рейд будет не то, что мы там какая-то голубая мечта, как она была до сих пор, но когда это уже будет совсем реальные мероприятия, где мы активно принимаем участие. И где нашим тогда каждый уже, который сел на оптимисты, он знал, когда у меня будет олимпийская медаль, что я буду делать потом, я буду идти туда. В принципе, таким образом, конечно, мы будем достигать намного пошире слои общества, которые тоже будут эффект на тот же парусный спорт, на те же продажи лодок, на те же паруса, на тот же сервис и так далее и тому подобное. Как будет проходить это все дело, что я рассказываю, оно уже ушло из категории мечты. Это уже, в принципе, реально. Мы на прошлой неделе уже запустили, вот, кто-нибудь из вас уже, наверное, и видел, в принципе, анкеты кандидатов, которые хотим, чтобы все, которые думают, что способны и хотят участвовать или быть частью этой компании, чтобы они заполнили и прислали. Они, эти анкеты будем принимать, мы ждем их до середины января. В середине января мы хотим сесть и уже начинать документный отбор. И мы хотим отобрать до 40-45 человек из всех четырех стран, которых будем хотеть попробовать физически, на что они способны, какой потенциал, как они выглядят, и познакомиться поближе. Для тестов этих тренировок мы будем использовать Amber Seal. Он как раз по
по счастливым совпадениям обстоятельств, он как раз в середине февраля должен появиться в Ушуае. Ушуае – это около мыса Горна. И, в принципе, мы можем использовать его, будем использовать его на маршруте от Ушуая до Карибов и до Клайпа, до Трансатлантики. По тому, какой вот этот тестовый пул мы соберем, сколько людей мы соберем, поэтому мы будем расставлять график этих тестов. В принципе, каждый, который пройдет первый барьер отборов, по крайней мере, в худшем случае достанет хорошую кучу качественных миль в море. Где-то к июлю и в начале августа я бы хотел иметь уже 20-25 человек, такой, скажем, широкий тим, который дальше в процессе тренировок, в процессе отборов будет, из которого будет выбираться уже как раз, ну, самый конечный тим. Мы сейчас можем говорить, что на протяжении августа следующего года новая лодка уже Volvo Ocean 65, она появится в Клайпеде и в Риге, и должна появиться в Клайпеде, в Риге, в Сталине, в Хельсинки. Уже можно будет его потрогать, посмотреть, можно будет показать публике. Конечно, это будет довольно много перегонов, это будет и плацдарм и для тренировок, и для коммерческих дел, и для фандрейзинга, и все что угодно. Никому я еще так не говорил, но скажу, позавчера мне Кнут просто подтвердил, что эта лодка самая первая. Значит, вторая лодка выходит на свет в сентябре, третья в конце октября. Значит, у нас будет 2 месяца, июль и август, когда мы будем вообще единственным на свете, которые можем будем показывать уже с этим делом. План такой, что после того, когда мы прокрутимся здесь в Балтии, мы, наверное, идем обратно в Англию, проходим фастнет с обоими лодками. Амберсейл будет, когда придет в Клайпеду, он будет ребрендинг, он, в принципе, из него сделаем идентичную лодку по образу, и его будем использовать тоже как лодку тень, на которой мы можем делать и тренировки, и коммерцию, и активацию, и подобные дела. Так что будет довольно широкая и веселая база. После фастнета, наверное, уже будем, что к осени будет тренировочная база, будет, скорее всего, в Ланзароте. И там уже начнется работа черновая.